Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина так по-свински поступил? Ему 37, мне 29. Он недавно развелся, был в браке 8 лет. В начале общения мы решили, что я не он, отношения не хотим. Виделись часто, ужинали, смотрели вместе фильмы. Через пару месяцев я захотела большего. Да, знаю, что мы на это не договаривались, но не могу себе приказать. Я ему сказала, что начинаю в него влюбляться. Хочу большего, и если он не готов, то расстаемся. Он начал говорить, что ничего серьезного он не хочет, ему хватило брака неудачного. Начал говорить, что нам и так будет хорошо, и т.д. А вообще недолго до этого я общалась с своей коллегой. Она сказала, мол, быть в отношениях без обязательств для девушки низко. Я тогда задумалась насчет этого всерьез. Он это узнал, начал говорить, что это мнение чужих людей, а не мое. Хотя я полностью согласна с мнением, с мнением моей коллеги. Просто тогда понять сама не могла. Я ему сказала, что можем встречаться, но по-нормальному. Но он сказал, что это не мое мнение, и бросил трубку. После этого заблокировал меня везде, даже там, где мы совсем не переписывались, от слова совсем. И на минуточку я ему не писала никогда. Первое, и переписки у нас были очень скудные, типа «Привет, во сколько увидимся». Смысл блокировать человека, который тебе вообще не пишет сам. Вот знаешь, я бы и дальше никогда первое бы не писала, зачем блокировать, смысл? Хотелось человеку остаться просто в нормальных отношениях, а он вот так. Каков его мотив? Спасибо. Уважаемая Яна, я должен вам сказать, что ответить на этот вопрос мы не сможем, потому что психолог не может обсуждать действия третьих лиц без, как бы, ну, во-первых, их согласие, но и заочно мы этого сделать тоже не можем. Этим мы нарушаем профессиональную этику психологов. Это первое. Второе. Я думаю, что вас задело то, что мужчина так поступил. Вы, вероятно, почувствовали себя отвергнутой, и в целом вам, ну вот, по ощущениям, да, на мой взгляд, довольно неприятно это все. А вот. Смотрите, какая получается штука. Дело в том, что то, что вы начали в человека влюбляться, и то, что у вас, допустим, стали происходить какие-то изменения, вот, не означает, что те же самые изменения происходили с мужчиной, вот. И у вас происходили одни изменения, а у него происходили другие изменения, у него травматический опыт, судя по всему, в браке, вот, и, соответственно, ваша влюбленность, ну, воспринимается им иначе, не так, как вы это видите, понимаете, да? Вот. И в итоге так и произошло. Поэтому я думаю, что здесь вы демонстрируете некоторое, ну,
скажем так, непринятие мужчины, некоторое непринятие его. То есть, ну, вы резко поменялись, вы сами пишете о том, что отдаете себе отчет, что так вы не договаривались. Вот. И как бы, на мой взгляд, совершенно, ну, нормально, что человек не захотел с вами общаться после того, как условия вашего взаимодействия изменились. Ему так было удобно. Я имею в виду, ему было удобно, ему было удобно общаться с вами в таком формате. Да, вы абсолютно верно поступаете, вы абсолютно верно действуете в смысле того, когда вышли из отношений, которые, ну вот, вам, да, по какой-то причине не понравилось. Вот. Но и у человека ведь, по-видимому, есть право выйти из отношений с вами, также ничего не объясняя и также вас не принимая в новом ключе. Вот. Понимаете, да? Но здесь почему-то вы принять такой расклад не можете. То есть вы хотите именно понять человека. Это про отвержение, Яна, и это про вашу, скажем так, личную боль от того, что человек прервал контакт. А в то же время мне показалось, что в купе с тем, что вы отношения изначально не хотели, потом вы начали в человека влюбляться, и ладно бы вы просто в него влюблялись, но влюбились, можно как-то демонстрировать ему это, как-то проявлять это, но вам понадобилось ему именно об этом сказать, что как бы говорит о том, что, ну, как вы пишете, что вы хотите большего, а влюбленность, да, это не про желание большего. Желание большего — это одно, влюбленность — это совсем другое. Вот. Я думаю, лично я думаю, что речь здесь шла не о влюбленности как таковой, а больше, вероятно, о привязанности, как я думаю. Я думаю, что речь здесь идет именно о привязанности вашей к мужчине, что, повторюсь, не одно и то же, а это, в свою очередь, возможно, говорит о том, что вам, ну,
приходится сталкиваться с определенными проблемами в отношениях. В отношениях с мужчинами. То есть в начале вы не хотите встречаться. Вначале вы не хотите отношений. Вот. Потом вы захотели отношений. Вот. Соответственно, как мне видится здесь, по крайней мере, вы на, в данный момент, да, получается, решаете некоторую свою проблематику, пытаются ее решать, по крайней мере. Вот. Что это за проблематика? Нужно смотреть. Вот. То есть, что она из себя, эта проблематика представляет, нужно смотреть. Вот. И, соответственно, дальше уже необходимо работать в этом направлении, чтобы корректировать вашу поведенческую модель. Вот. Чтобы выстраивать отношения с мужчинами. Вот. Несколько более, может быть, корректно, да, несколько более конструктивно, вот, чтобы, соответственно, вам не разочаровываться, скажем так. Вот. Такая вот история. То есть это вот то, что я могу вам сказать. Тут я могу вам сказать. С точки зрения психологии. Вот. А ключевой вопрос, который вам сейчас нужно, на мой взгляд, себе задать, заключается в том, чтобы спросить себя, окей, а почему мне так важно увидеть мотив? Человек. Что для меня это значит? То есть, чем для меня так важно увидеть этот мотив? Попробуйте сами себе на этот вопрос ответить. Я не думаю, что это будет для вас особенно сложно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!